Я не мертв, не стойте у могилы, меня там нет, я с вами, я не сплю. Предутренней тиши на пробуждение, сил я дам всем тем, кого я так люблю. Я нежный солнце, луч на зернышке пшеницы, я в шелесте крыла, парящей в небе птицы, в сиянии звезд, в алмазах на снегу, в склоненном стебельке на заливном лугу, в цветении радуги, в раскате громовом. Не плачьте, я не мертв, я с вами, я в живом. Здравствуйте, дорогие друзья! Да, очень много времени прошло с тех пор, как трагически погиб 15 августа 1990 года Виктор Цой. Для тех, кто совсем не знаком с этим певцом, поэтом и композитором, я немного расскажу о нем и о группе «Кино». Как сообщается в информационных изданиях Ленинградского рок-клуба, группа «Кино» начала свое существование в 1981 году. Выступления проходили с переменным успехом и на очередном этапе в 1983 году прекратили свое существование, успев записать студийный альбом под названием «45». И сейчас под ваши бурные аплодисменты мы встречаем группу «Кассиопея», поселок Моставской. Так, только сейчас будет запись, не говорить, хорошо? Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики, смотрите на меня в окно, и мне кидайте свои пальчики, да ведь я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле злое белое колено пытается меня достать, колом колено колют вены, в надежде тайну разгадать, зачем я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле при шимонских мудрецах твердят, твердят не без конца, металл не принесет плода, игра не стоит свеч, результат труда. Но я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле кнопки, скрепки, трепки, дырки, булки, вилки. Здесь тракторы пройдут мои и упадут в копилку, упадут туда, где я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле. С 1984 года «Кино» создается вновь. В этом году триумфальное выступление на фестивале сразу же вывело группу в разряд ведущих коллективов рок-клуба. Запись нового пленочного альбома «Начальник Камчатки»
с такими песнями, как «Последний герой», «Троллейбус», «Транквилизатор», окончательно и надолго утвердила кино в общественном мнении ленинградских рокеров. Yeah.
Пошли туда, тебя никуда не будет. Пошли туда. Ты уверена? Уверена. Себе, то на одном из этапных витков стали появляться лирические герои.
Цой как бы реставрировал логику поведения, образ мысли своего слушателя, реального и потенциального. Подобные настроения отразились в наибольшей степени в песнях следующего альбома «Это не любовь». И теперь под ваши бурные овации мы встречаем наших гостей из поселка Псибай, группу «Мониторинг». Овации! К вечеру памяти Виктора Цоя, к Вите, мы подготовили две песни, которые сейчас в Масловском прозвучат впервые. Рада представить песню «Храмы пылают». Следующая тема любви, но это не лирика. Песня называется «Течение». От больших дорог, незрячих городов. Они хотели быть последними, у кого еще останется любовь. И даже быстрое течение не могло их затянуть в большой поток. Когда любовное влечение закрывало с головы до самых ног. Они хотели быть едиными от больших дорог и зрячих городов. Они хотели
еще останется любовь. И даже черные сомнения улетучились при натиске любви. Наверное, нет уже спасения, не потухнули взаимные огни. Создается впечатление, что их писали... Привет, мосты! Как настроение? Наверное, все знают, зачем мы здесь сегодня собрались. Правильно, Цой с нами и будет всегда. Поехали, пацаны! Наши глаза.
Минуту молчания можно? Давайте вспомним Цоя. Их уже не догнать.
И поезд. Я в поиске, я, наверное, видел. Привет! Здорово! На той стороне. Thank you.
фильму. В нем слова произносятся в колодец, а эхо совсем ничего не значит. Слова словно пух разлетаются, но есть что-то еще. Как сквозь дымку воспоминаний всплывает давно потерянное. Добро – зло, красота – уродство, любовь – смерть. Проступают с трудом, как если бы заново учился ходить, говорить и чувствовать, почему-то потерявший такую способность взрослый человек. А сейчас приготовьтесь. Жемчужина Кубань, изюминка нашего вечера. Группа «Сливовый джем», город Краснодар. Встречаем гостей! Привет, мосты! Сейчас мы чуть подстроимся и бахнем. Thank you.
закончится. Накрою ясным белым днем.